Два колеса вместо четырех – это не просто техническое отличие мотоцикла от автомобиля. Это отношение к жизни, в котором сходятся и любовь к свободе, и уважение к дороге, и просто свежий ветер в лицо. Конечно, свои мотоциклы байкеры выкатили из гаражей раньше. Но официальное открытие сезона – это своеобразный коллективный ритуал на удачу. А без удачи на трассе, как известно, не обойтись. Это бывает раз в год, это праздник. Мотоциклы достаются из гаражей, натираются, начищаются, заправляются. Ну и главное общение, потому что многих не видели. На открытии Одинцовского сезона собрались представители сразу нескольких мотоклубов. Кроме Blacksmiths приехали галицинские пилигримы и одинцовские русские дороги. Большая часть байкеров – взрослые, серьезные, по-хорошему состоявшиеся в жизни мужчины. К правилам дорожного движения относятся с уважением. По-другому просто нельзя. Человек на мотоцикле не защищен стальной капсулой автомобиля. Никому не интересно собирать на поломанные ручки и ножки каждый раз деньги. Вот, человек, который находится в клубе, он в первую очередь отвечает за себя и за всех остальных. Он должен быть целым, здоровым, невредимым и боеспособным, грубо говоря. Автомобилиста попрошу, включайте, пожалуйста, поворотники. Не забывайте. У Одинцовского отдела ГИБДД с местными байкерами отношения дружеские, рабочие. Сегодня особое внимание госавтоинспекции сосредоточено на молодых мотогонщиках. В этом году, еще до открытия мотосезона, в районе уже произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Хотелось бы обратить внимание на то, чтобы родители ни в коем случае мототехнику детям не давали и держали их как можно дальше. Потому что, как показывает практика, практически каждый год ДТП с участием детей на мототранспорте у нас возрастает. Поэтому хотелось бы от души еще пожелать всем удачи, здоровья и безопасных дорог. Стартовав из Одинцова, мотопробег, приуроченный к открытию сезона, прибыл в Галицино. Здесь специально к этому событию была подготовлена тематическая шоу-программа. А символическое завершение акции прошло у памятника воинам-дорожникам. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».